Всем привет! Ну что, я сегодня в Спице Хоум. Видите, там украшена уже. Здесь подъехала, смотрю, так уже красиво. Скоро стемнеет. Вообще будет красота. Ну, пора уже искать подарки. Пора. Осталось совсем ничего. Да, до Нового года. Ну, до Нового года еще ладно. До Рождества совсем мало времени. А подарков-то нужно много. Вы же хотите всех поздравить, всех своих знакомых, близких, родных, коллег. Представляете, сколько подарков нужно? Но надо что-то найти. Будем искать вместе сегодня. У меня, конечно, сегодня энергии, может быть, на парочку магазинов, не больше. Но если так вот каждый день, понемногу, можно купить подарки, да? Создать праздничное настроение. Давайте пойдем искать подарки. Давайте. Мне кажется, в этих магазинах, вот здесь очень много магазинов для дома, здесь действительно можно что-то подобрать, как вы считаете. Вот, а вообще на самом деле это, конечно, тяжелый труд. Найти что-то стоящее, нужное, полезное. Вот, я вчера даже в интернет заглядывала, что вообще можно купить. И... ну, знаете, вопрос такой серьезный. Не так легко. Поэтому и надо заранее, чтобы в последний момент, знаете, вот там и всякую ерунду не покупать. Вот. Чтобы эти вещи были полезны, чтобы потом их, ну, что они будут захламлять. Дом. Так, ну что, заходим. Ой, здесь. А так, здесь Euronics будет. Ах, оказывается, здесь Euronics будет. Так он уже есть, наверное. Да, уже есть. Давайте заглянем. Посмотрите, какой огромный. Какой огромный. Вот это да. Какой. Ха. Пойду здесь искать подарки. Первое, что мне попалось на глаза, это вот тостеры. Посмотрите, какие красивые. 79 евро, 89, 49. Вот эти два красивые. Вот этот желтенький и красный. И белый еще, да? Вот это, по-моему, один бренд. Да, DeLonghini. DeLonghini, DeLonghini. Классные вообще такие. Ну, у меня же есть. Ну, что ж теперь. Не выбрасывать же старый. Тоже неплохой. 35, посмотрите, да? Здесь подешевле уже. Чайники красивые. 54. Вот очень красивый чайник. Это тоже ж можно подарить, правда? Смотрите, какая прелесть. Белый, вот белый красивый. 54,99. Philips 39 на акции. Смотрите, какая она большая. Это что вообще? Это что? И для чего? Ну, такая красивая. 89,99. Керамическая чашка. Здесь такой выбор тостеров. Дорогие здесь. 139, ну, 140 евро. Вот эти тоже три бренда. Очень красивые. Вот этот красивый цвет. А как вам такой тостер за 300 евро? Черный и красный, и такого вообще цвета. В общем, здесь миллион товаров. Если я тут буду сейчас все обозревать, то это будет очень длинное видео. Так, микроволновки, да? Так, здесь. Ой, сколько здесь товара. Так, здесь строимая техника, я так понимаю, посудомойки. Так, здесь плиты. Вот мне, кстати, плита не нужна. Я хотела бы новую плиту. Вот я сейчас и рассмотрю их тут. Такая интересная, с такой прозрачной крышкой. Electrolux плита. 339,99. Это темная, красивая. Серая такого цвета. Мне нравится. Красивый цвет очень. 229 бека, да? Это такая недорогая совсем. Вот это металлический газоплита.
279. Да, такие хорошие плиты. Вот это лучше, наверное, да? Тоже, видите, какая у нее красивая крышка. Это хорошая плита. Вот это мне нравится. Так, с печкой. Какая у нее печка? С печкой. Печка тоже газовая, да. Похоже на ту. Ханса. Вот это классная плита. Ханса. Посмотрите, какие у нее размеры. 65 литров. Так, электрические плиты. Ну, это, наверное, сейчас такая большая роскошь. Керамическая плита Electrolux 419. Хорошая. Смотрите, хорошая идея. Подарка для женщины. Косметическое зеркало. Так, стоит оно 39,99. Это очень большое. А вот это такое более компактное 49,99. Так, еще вот такое за 75,99 и за 109. Очень такие стильные зеркала. Так, это будильник Geissmann Modern Attice 45,99. Это тоже световой будильник. Такие вещи интересные. Сам себе не купишь, а вот если подарят, очень классно. Электрическая грелка, я так понимаю, да, вот это? Интересно, а как она? А где электричество? Где электричество? К чему она прикрепляется? Электрический сил детайс, да. Интересно. Подушка. И подушка с обогревом. Это можно подарить бабушкам, дедушкам. Здесь одеяло с обогревом, да? Электрическое одеяло, электрическая сега. А такое у меня уже есть. И ножки греть тоже, кстати, хороший подарок. К холодной зиме. Похоже, что зима все-таки будет у нас в этом году. Здесь очень много различных измерителей давления. Вот это тоже можно подарить бабушкам, дедушкам. Вот, посмотрите, каких только нет. Какие интересные. А это ингалятор. Ингалятор, да? Это тоже ингалятор. Еще посмотрите, аромадиффузор, да? И масла. Для женщин вот тут различные расчески, фены. Здесь такой огромный выбор. По каким хотите ценам. Смотрите, сколько здесь всего. Philips. Philips Prestige. И здесь простой Philips. Автоматический. 129. Смотрите, как здесь классно сделано. И вообще, посмотрите, какой он огромный. Просто, я не знаю, такой еще магазин огромный в Риге. Euronix, это, наверное, самый большой. Так, ну, подросткам можно всегда какую-нибудь мышку навороченную подарить. Геймерскую. Наверное, лишней не будет. Или клавиатуру. Например, вот видите, за 259,99. Ну или хотя бы за 129. Ой, какой здесь классный дизайн. Смотрите, какой пол. Как тут все расположено, интересно. Так вот, полукругом. Телевизоры. Посмотрите, какая прелесть. Как все красиво, какие красивые. Телевизоры. А вот такой Samsung стоит 2000. Сколько он дюймов? Так, где здесь есть? Ой, 85. 85 дюймов. Вау, это очень большой. У нас дома, по-моему, 60 или 65. Еле-еле поместили.
Еле-еле. Так, здесь тоже. Ну, здесь побольше места. Так, роботики. А что, такие дешевые? 259. Ну, нормальная цена. Вот это дорогие. 659. Такой аккуратненький электролюкс. 700 евро. Не шуточки. 355 на акции Samsung. Смотрите, что я увидела. Я уж даже не помню, как это называется. Но это проигрывать пластинки. Представляете? Вы такое видели? Я нет. Вот. Ничего себе. Да-да-да. Чего здесь только нет. Здесь есть все. Да, вот если вам что-то нужно вот из этой области, да, здесь все можно найти. Так, рассматриваю новую модель айфона 14. Сразу мальчик подскочил ко мне. Помочь ли я куда? Нет, просто рассматриваю. Ну, как-то интересно, меня посмотрел, понял, что бабки-то старые. Бабка старая-то никогда такой телефон не купит. А он не прав, он не прав. Я очень даже могу купить. Ну, просто, понимаете, вот здесь все другое. У меня не было никогда этих яблоков. Здесь все другое, я смотрю. Пока тут разберешься, пока разберешься. И вот этот маленький, какой-то размер у него маленький совсем. Вот этот Макс. Макс стоит 1389, ну, в зависимости, сколько гигабайт. Если 256, то 1619, да? А этот 256-1400. Так, и Тед здесь большой магазин сделали, огромнейший. Black Friday, до 35. Black Friday, ну что, и сюда, что ли, заходить? Так, здесь, посмотрите, здесь все можно тоже купить для дома. Здесь и пылесосы, и роботы. Какие интересные. Что здесь еще есть? Они, по-моему, сейчас очень это все рекламируют. И, по-моему, даже с бесплатной доставкой. Ну так, пройдусь. Черная пятница. Так, я попала в холодильники. Смотрите, сколько холодильников. Да, здесь так все изменилось. Вроде я и была недавно. Уже здесь Тед открылся. Смотрите, какие узенькие. Whirlpool, стиралки. А это Whirlpool, красивая. Эти красивые Whirlpool. Цены, цены. Где цены? Так, даже не вижу, где цены. Неважно, какие цены. Главное, что они красивые. Здесь все у них в рассрочку. Вот видите, 15 евро в месяц. А, вот, 360 евро, да? 360 всего лишь. Это, например, стоит 378 всего. А эта красивая стоит 336. Узенькая стоит 372. Мне хочется купить только одну вещь. Угадайте, какую. Напишите комментарий под видео, что бы я хотела купить в этих магазинах в первую очередь. Ну вот здесь, конечно, можно всякую мелочь покупать. Как раз то, что нужно. Смотрите, кружечка. Кружечка какая. Gingerbread. Джинджибредик. Часы. Посмотрите, какой дизайн красивый. Смотрите, что я нашла прикольное, да, для подарочка. Носки теплые. Представляете, они там утепленные внутри. Смотрите, вот такие.
Это с какими-то ушками. Еще такие вот светлые. Вообще классные, да? Сейчас скажу, сколько они стоят. 10 евро 75 центов. Здесь всякие такие красивые. Вот это мне нравится, сова. А что? Это ароматерапия? Это не просто сова. Так, свеча. Очень красивая. Очень красивая. Это, конечно, подарок. Цитрус и эмбер. И янтарь. Очень красивая. Ну, это бесполезный подарок. А вот эта вещь классная. Да, они дорогие, по 13 евро, даже дороже. Вот, посмотрите, еще какая свеча. Да, вот это очень такие вещички здесь. Свечи, я имею в виду. Можно покупать на подарок. Особенно вот эту. Так, вот различные масла. Ароматерапия, это всегда пригодится. Всегда. Посмотрите, какая примесь. Вот это, посмотрите. Вот это уже приготовлено. Оформлено, да? Вот подарок. 15, по-моему, евро. 15, да? Это тоже красивая ароматерапия. Прелесть. Тоже 15. Да, здесь много чего интересного. Я бы здесь ни от чего не отказалась, если бы мне подарили. Здесь целый комплект, 42 евро. Здесь тоже красивый комплект. Red Fruits. Номер 8, ароматерапия. Да уж. Вот еще комплектик, посмотрите. Какая прелесть. А вот здесь, посмотрите, такие маленькие свечечки. Очень красиво оформленные мешочки. 5 евро. Еще в таком желтом мешочке. Ой, ну тут все такое хорошее. Очень хороший магазин. Мне нравится. Так, сделаю общий обзор. Иначе я тут застряну. Да уходить отсюда. Я пока не могу определиться. Мне тут все нравится в этом магазине. Такая легкая. Я так понимаю, что там тоже это есть. Глаза разбегаются. Смотрите, глаза разбегаются. Вот эти свечи. Вот эти тоже очень красивые. Посмотрите, какой декор шикарный. Ну, не то, что шикарный, но приятный, новогодний. Так, очень красивые шторы. Очень красивая. Так, это скатерти различные, подушки, пледы. Ой, это что? Tablecloth, скатерти. Здесь, наверное, постельное белье изумительной красоты, просто изумительный. Ох, там тапочки. Люблю тапочки. Так. Какие симпатичные. Такое все красивое. Это для ванны. Bubble bath. Bubble bath. Посмотрите, как все оформлено. Как все мило. Изумительно просто. Так, здесь очень-очень много пледов. Все очень хорошего качества. Полотенца. Так, есть очень приятные халатики. Вот такие вот. Да? Класс. Класс, 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 класс. Магазин бесподобный. Я, конечно, сюда еще раз приду, когда я уже определю, что я буду кому дарить. Очень хороший магазин.
Так, я решила, что на сегодня хватит. У меня уже есть такое представление общее. Какие подарки можно подарить. Это я только зашла в два магазина. Вот, сейчас я иду в супермаркет, потому что я уже проголодалась. И видите, уже темно и красиво. Смотрите, какая красивая Рига. Ночью особенно. Смотрите.